Все? Да. Наконец-то. Инженер, интересно. Так у меня что-то звука у него. А, есть. У меня есть. Мы не жалкие букашки, супер летящие рыбашки. Джек Фроза летит. Погнали нахуй. Антон Хо, погнали нахуй, да? Угу. Дайби. Ух, ебать, как давно не играл. Пожик, на, вот, все. Пошел. Че ты стояла тогда, если там была, блядь, туэлька? Мы с Версети ее проходили, по-моему, не допрошли. Во второй поприкольнее, по-моему, чем в третьей, если честно. Третья так выглядит просто посимпатичнее. Они даже выглядят как жирные уёбки. Вторая музыка пизжит. А чего режима они поставили? Застали? Режима же, по-моему, пиздят друг друга. Да. Ну, на секунду нужен. Не пиздите друг друга. Да ну себе. А ты будешь хуя? Да, тебя он поддержал и съебался. Блин, все-таки тебя доебывается. Ну. Куда по дефолту сохраняется, блядь? Bluetooth файл, блядь. Bluetooth файл в Bluetooth папку. Общую. Которая в этих в документах у тебя лежит. Будто какие-то а играют, ну тебя. А вот это папка обмена Bluetooth? Да-да-да, туда, по дефолту идет. Нет. Значит, смотри на значок, чем там что-то, видать, поменено. Чё, Вадик, летать любишь? Да. Да, надо было джойстик подключить. У тебя есть шанс подключить? Почему нет? Могу на паузу поставить. Нет. Да, ну, потом настраивать чё-то. А, понял. А, не могу. Это, ну ладно. Watch time и uptime должны работать. Как там делать суперудар, помнишь? Две кнопки. Это праздник. А могу закрыть? Ну вот он. Там тайминг, там не одновременно, а тайминг может. А. Что за лаги? Этого не из ГНГ, бля. Не, подрубал. Странно, почему не работает. Можно сделать вот так. И вот так. А, бля, мне все равно не хватит. Опять лаги. Все. Ну вы в кого ты играете? Разгоните вот ему, чего? Ты ему на Т3, блядь. Три персонажа, блядь, на экране, все, пизда, лаги идут. Нормально. Какой-то определенный тип. Стало ты еще с контрафорс не играли, да? Сука, убил таки. Ой. Две кнопки не работают. Вон, видишь, я нажимаю, работает. Да и одновременно их походу жмешь, да? Да. Да по очереди, Вадик. Прыжок, удар, прыжок, удар. Да, удар, да. Петру чуть раньше. Эй! Черепашки. Хуй клинчашки. Ага. Блять, тебе такое ебало, блять, обиженное до черепахи. Такое обиженное ебало у черепахи, нормально. На смайлик нормальный джеку про скину. А когда обоссал сенс за полтора часа до конца? Я с таким же ебалом сидел примерно. Ай.
Да, сюки! Что-нибудь вместе прийти. Да, блядь. Ах ты сука, блядь. На нахуй. Да она за два конта проходится, блядь. Да ё-моё. Или очень казуально. Уже забыл как. Даже мы с Тимми проходили, блядь, там на Т2. Так, заебали! Хватит меня пиздить, чё за лаги, блядь? Да разгоните эмуль. Да не хочу. Опять перезапускаться, блядь, ещё разгонять эмуль надо. Посмотри, как он ебанет. Ты можешь. Ай! Чуть жизнь заработал. Хочешь машинку заслать, которая взрывается? Да-да, хочу почекать. Нихуя, блядь. А, он уже делал так, бля, я видел. На нахуй. Он бомж какой-то, блядь. Бам, молния, блядь. Хуя, блядь, Пикачу, удар молнии. Пам, блядь. Вот почему ты эту игру играешь, да? Пикачу молнию, как хуя. Как-то продержаться, чтобы жизни не слить. Твоя машина левел правый сверхний шаттерхенд. Ага. Чё ты тут? А, это... Бать, что за читы? Какие зараза. Ты чё нахуй, блядь? Суки! Все-таки задели! Взять другого кого. Кого руки подлиннее, блядь. Усатый стрим завершил, что ли? Знаешь, что какое оружие такое чья? Еще? Какое оружие такое чья? Да. Не как мой тебя. Ну, твоя метровая палка, у меня метровый член. Да покажи член Джека Бро. Это надо Рафаэля брать. Поменяй реквестера, понял. Забыл. А еще берешь лазер нахуй и, блядь, мэшишь сотку в секунду. Показательные миссии, что ли? Опа. О, лазер берешь. Да, он пьяный, забей. Кто он? Ты. Я? Ты пьяный. Нормальный, пьяный. Так, походу, это всё. Не разговаривал. Где-то мне просто эта херня осталась. Пьяный. Пьяный. Я отсюда слышу. Пьяный. Вердеть ты только можешь, не слышишь. А нахер мне эти подводки? Ага, ты гад как тренер. Ой, блядь. Оу май. Ты не все. Какой чёрт. Аурка чёрт. А, привет. Вот, слышь, слышь? Какие ебани. Я вспомнил, где позиция. Давай. Блядь, он даже да не... Да поосторожнее с жизнями. Ебать. А то мы умрем с тобой. Рейден, не надо. О, анимация классная. Эти шарики покатятся, если чё. Ой, терпи, испанский. Испанская терпи, ес.
Почему-то третий левел, вот, блядь, в башку просто влез и запомнился, блядь. Особенно это здоровая черепаха, блядь. Бля, я оставлю это на послезавтра, наверное. Что это за трек? Чё, вы хотите во что-то идти ебашить? Пикач, я хочу в код, в этот, в CSGO. Айда? Погнали. Чуть позже. Ну, когда кушать это скажешь. У меня завтра не будет, я буду что-то завтра уж. Сейчас ещё поедет, 5 гранты будет. Да ты закипал, бля, как тебе вернуться, да? Как тебе? Вверх, вниз там, блин, это ж битэмап. Там на самом деле, да, пиздец. Я здесь. Не надо, пожалей этих любителей членов. Во что ебать? Я вот козы, во что? Скажешь? Мне просто. Мне просто. Возьми паузу, блин, я ухо зачесался, пиздец. Так ты сам можешь нажать, разве нет? Не работает? Нет. Ты сам можешь почесать, да? Страшно отжимай. Ну, короче, рандомкин между... Ты видел, где он стоит? Да-да-да, он стоит внизу. Между кодом и папком рандом, короче. Дом? Ну, ты бы куда? Да долго спидранил Джима. Так, человек, вот это заходишь? Там и вум тут слово. А, не, не будем говорить на пи, но все равно. Вот так что? Ах ты, сука. А где-то Пакс, да. Или тоже на это, а где Пакс, или ты у нас дома. Ну, блин, так немножко скоро. Ой, я не попрощался, ладно, всем пока. А вот так мне нравится. Пикач, ну, спасибо огромное за хост. А тебе остается? Да, а, нет, если... Блять, и этот если дурацкий будет... чат, сука, даже не отобразил. Блять, я его ненавижу, этот чат уже, это пиздец. Если ТГР будет в пап, то пойдем в пап. Ну я через 2 часа только тимич. А, ну тогда не будет он в пап, значит пойдем в код. Давай, пускай в код. Выбирайте в пап. Надо какой-то чат искать нормальный. Чё ты там говоришь, какой у тебя код, блядь? Сейчас большая код черепаха рыж... будет, блядь. Чёрный. Рыжий, рыжий. Сука, за тобой пошел, блять, урод. Понедельник еду. Бите очков. Вот этот чёрт, блядь. Блять, хуёво, попадет, будет больно. Есть. Да. Там есть, сейчас да. Две пиццы будут. Нет, да, две, все. Пицца! Пицца тайм! Рутони, блядь! Сдаю, я не хочу рутони покупать, блин. Он к стиму, сука, привязывается. Я стим еще не хочу открытым держать, блин. И так комп говно, блин, так тут еще этот. А не босс был, не пойму. Это мини-босс был. Ах он, сука, блин. Топ-стрим, там нету трова. Его подключить, по-моему, никак невозможно. Тут, кстати, кто там, блядь, Биба был? Да, это... Или Рок, кстати, я, блядь, их путаю, блядь. Свинья, короче, будет сейчас босс. Да. С тем процессором, что у меня сейчас, вообще, пиздец, дохуя жрет для меня. Даже не в том... Дело не в оперативной памяти, а именно в процессоре. Он процессор пиздец жрет. Просто так, типа, не подходишь и бьешь. Иногда бывает промахивается. А вот с этими так не работает. Кто процессор? Steam сам по себе у меня. А. А, блять, догони их еще. Нет, в топ-стриме у меня нету трова, говорю же. Я пригласил Чикапука. Сейчас в этот, вот сюда встаем, сюда. Иди сюда, встань. Да я.
Сюрприз! По-моему, канализация будет или что? А, нет, город, город. А нет, тут нет канализации, будет метро подземное точно. По аудитории Steam можно потом закрыть. Ага. Ну его ж купить надо все равно, так или иначе ты сделал, правильно? Сколько он там? Косарь стоит? Кыш. Рублей 700, по-моему, стоил. Сейчас не знаю. Зачем туда вообще его к стиму, блин, было привязывать, не понимаю. Вроде 800. Сучка! Не-не-не, не юзай, не надо, на них точно не надо. Они того не стоят, лучше здоровье сохранить. Следующий у нас, по-моему, на очереди этот крокодил будет сраный. Там вообще нормальной позиции нету. Один будет сверху стоять, другой снизу. Да-да-да, прыгай. Бля. Бумеранг. Не надо так. Я хотел проверить вопрос. Проверь. Почему бы и нет? Трудно одновременно смотреть в чат и играть. А6 уровень. Чайно не лифт. Это Неска ведь. Тут разве есть лифт? Я не помню. Я очень давно не проходил черепах на Неске. Блять, вообще ногами невыгодно бить. Там Чикапук доту запустил. По столбам спускаться будет слева-справа. Да. Шредер неубиваемый, ну да. Стоит что перед тобой. Тоже не надо. Ты окажешься в бочке. Да ёб твою! Thank you.
Подошел близко. Уебали. Алексей, дратуйте. Все, пиздец, у меня последнее хп, блять. Дрокус. Хапа не дадут? Нет. Юзаем ульту, ульты, короче, и пока не сдохнем, что поделать. Сверху, один снизу. Где-то примерно вот здесь вот позиция. Я точно уже не помню. Да, он за тобой. А нет, хуй там. Сучка! Ты его также сверху бить можешь, если что. Ребята, вы японку играете или американку? Американка. Да лучше японку пошли. Да ладно. Ну, не факт, что пойдете. Хотя, это были конты? Нет, контов еще не было. Жизни только тратим. Тогда шансы есть, не знаю. А, я на японке, когда спидранил, даже... Ну, без контов идти. А там 9 жизней, давай. Найс. 9 жизней. Неплохо, по одной жизни слили. О, здесь, о, тебе еще жизнь дали, заебись. Класс. Здесь тоже 9 жизней? Да. Не, у нас по 2 было изначально. А вот так канализация. Где телефонки только? Ну если считать конты, то да. Ай. Сюки. Иди. Блин. Я уже на пушку одел, ну чё. А ты чё, играл, да, немного? Немного. Да ты закипал, блядь. Я не понимаю бетоматов этот прикол. Они бьют тебя с хуй знает какой линии, а ты можешь это собрать. Ну да. Волки, псы, волки, собаки. Кстати, норм вот эта пушка. Это XM4. Алё, чё я надо? Прикольно, да. Водичка. Наверное, то же самое, что и МТС. У меня для тебя новость есть. Да, не люблю новости. Я знаю, тебе это не понравится. Да и папа тоже. Чего? Угадайте, кого я нашел. Дели. Твоего сына? Не, Дели нашел. Брачного. Что я буду искать-то, блин? Ну ты же говорил, он забанил, он просто ник поменял. Он и ник поменял, канал вроде другой сделал, нет? Никого лошара, блять. Ну только. Не. Че, ты нас Эл не лагает? Че ты случайно спалю? А? Да, видел, сейчас тебе. Нас Эл? Нас Эл в этом. Ты так нам тогда играл. Да похуил. Бля, че сенса маленькая, надо мне на чуть-чуть побольше. Не, сенса такая же маленькая, как член ТГР. Ну это пиздец, как ты играешь? Блять, как я ненавижу, сука, блять. Когда мне, блять. Окей, как скажешь. Когда мне в руки дают оружие, я не понимаю, как оно стреляет. Приятного кайфа. Мы в генерале сидим. Фак, ты говорил, у тебя зон тянет, да? Можно зон будет поиграть. Какой тянет? Ты что, с ума сошел? У меня процессор и фикс пикач. Да, не тянет, да. Там, наверное, и видеокарта загорится. Там видеокарта сгорит, да. В Дискорде мы никуда не свалили, Круц, мы все там же. Просто в генерале сидим сверху. Сейчас доступ ему дам. А, так ты им доступ закрыл, что ли?
там закрыт. У меня видяха на грани работает, блядь. Тем более, если у Тими на грани, то моя тем более там выгорит нахер. А у Тими лучше моей нахрен, раза так, блять, в 4. Лучше в коопе, правда. Эти черепахи в коопе говно. Все, Крус, я тебе дал доступ, можешь заваливаться. Ну это ТГ, если не будет фейлить, но он эти хорошо играет. Куда падает? Нет, а, куда? Че копию, ты прощаешься? Ну там боссов надо ПЛ убивать, там просто не ПЛ агрессия. Да, там первый босс я, допустим, второй ты, понял. Главное, чтобы четвертый, пятый босс был на мне, потому что он самый сложный. Ну, сначала-то по фану пробежим, потом надо все промперфекты мне, блядь, рассмотреть, что-то как. Да там перфектов-то нет, ну только боссы. У меня просто. Если пятый босс будет на мне, то изи килл, не переживай. Главное, чтобы сейчас на тебе было... Сейчас, не босс вылезет. Я сюда не долечу. Там со Шредером я, правда, не помню систему. Я долечу. Со Шредером я не помню. Просто блядь, кто-то летит тоже туда. А, ты шутит? Бля, ну... Ай! Этого можно открывать, закрывать. Камшотните мне кто-нибудь. Да, я это блядь. Ну, я бегу к тебе. Шпак. Ой, шпак этот. Паш! Ашот. Или этот. Или Пикачу. Ой, сын. Это, дайте мне, блядь, посмотреть на вас. Да чё? Я сын на ТГР. Мне нет сына. Чаю. Дестер и так шарит. Спасибо. Я, не знаю, как играть. Бля, мне со стримом чуть-чуть подлагивать начал. Ну мне Тимми вчера вроде нормально стримил, не особо лагал. Ну, это у меня сейчас поздно. Ну, все-таки, наверное, плохая сборка у меня получилась, мне кажется. Может, это ушко просто слабое. Кстати, Вадичка, у меня вайп 2400, по-моему, можешь выйти за нее, да? Ну. Там надо смотреть, чтобы память работала в двухканальном режиме, типа там, блядь. Вообще вайпер, блин, хороший. Блин, у меня Кингстон сразу перегорел. Вайпер нахуй. Не, это такая самая обычная фирма вайпер. Ну, типа, она дешманская была, да. Самое хорошее это. Crucial, Data, там, Samsung, ну, HyperX, там, некоторые, Corsair. Может, скоро обновлю. Да, сенса маленький, надо чуть-чуть больше сделать, это пиздец, конечно. Блин, на печёрик поставим. О, вообще, сука, отлетели! Во, я хуярю, думаю. Ну? Чё, типа, не на тёп, зубочисткой, блядь. О, нет. О май гад. Равчан, спасибо большое за соточку. Тебе надо снайперку легендарную? Тошите мне. Обметку тут можно? Чё, забираем, пошли. Не знаю. А, можно на альт. Я, кстати, не знал, что так можно. Равчан, спасибо за поддержку большое. Ну, там свисать, типа. Так. Чё, готов? Я не помню, он куда вставать, вставать, но если что, он вообще доджит атаки, пиздец. А это этот пёс. Гига-пёс? Гига-пёс. Извините. Ты чтоб ты обосрался, блядь. Блядь, только выживи. Что копил с помпой. С помпой. Вообще стрельба охуенная по сравнению. Дропаш. Дропаш заебался, блядь. А, мне тоже кажется, да. Ой, охуенный слепот, чё, а чё ты меня не взял? Да у меня есть поинтереснее. Сука, есть минус я тоже. Чуть-чуть добить а осталось-то, блядь. А, бей его быстро! Всё. Лох. А Payday 2 кто-нибудь играл вообще? Мы с Тимми играли. Надо где-то жизнь добывать. Больше врагов надо убивать, тогда заработать жизнь. Как-нибудь зарубить бы Payday 2 вообще заебись. Техтодром. Я не против, конечно, но я боюсь, мне не понравится. Я по ПВП поиграл, играл. Тимми, это ты хуяешь по вертолету, да? Не, наоборот, Пикачу, вот, а если в Payday 2 ты не прокачан, тебе интересно будет, когда ты прокачаешься уже пиздец. Я дал ему хэт, слышь? Он спрыгнул, Тимми. Он спрыгнул. Несколько раз перекинуть надо. Сзади спина. Там, бля, кстати, если вот так вот ты просто убиваешь вот такими вот ударами, получаешь 600 очков. Если перекидом 400. А, вот это так уже. Не-не-не, надо, чтобы они раскрылись, жди. Бля, полетели в кулак.
второго не стал, блин. Блять, я закинул термит. Залагер прожал случайно. Да? Блин, это как охуенно снайпа было, жаль, обидно. Я как настроил после, вообще по кайфу начал играться. Я играю на ультах. Вообще, блин. Блин, настроил. Да, тоже не лагает. Нормально. Угу. Еще ничего не сделал, мне уже больно сделали. Мне интересно, она меня потянет на ультрах? Но я просто ее принципиально устанавливать не буду, потому что у меня памяти столько нет. На ультрах не потянет. Так, а что это за... Она на 2070 даже лагает. Молодец. Я умер. Тебя зашотили? О, он сразу в голову въебал. И ты умер? Бля, да. Охуеть. А как он меня? Подожди, я хочу посмотреть, как он меня убил. Хорошо, что мне прям в голову въебал. Кишком полезет. И, кстати, случайно он не уебал. Еще раз. Доступно обновление будет. А что такое? Загружено. А. Здесь, по-моему... Да, вот, уродцы! Да похуй, вроде работает. Вот это... Я все комплекты вынастроил, в принципе, кстати. А чё у вас лагает? Она не должна лагать, у меня даже на консоли не лагает. Даже на консоли? Я не помнил об этом, если чё. Я уже точно не помню, чё. Кого лагает? Давно не играл. Так что извиняюсь заранее. Я помню, что где-то будут эти. А, ты, блядь, я думал, ты про Warzone что-то какую-то говоришь, даже на консоль не лагает, блядь. Я ебать думаю, Пикачу ждёт с морозов, блядь, ёбаный мой. Пикачу, сука. Это, блядь, PS4, шо? А мне, я PS-ку, кстати, знаешь, когда последний, полгода, это и не знаю. Ну, типа, я вообще её Alta дал, блин, даже не знаю. Не я последний раз помню, нахуй, за вами гоняться. По-моему, этот, God of War проходил. Не-не-не, я играл в это. Блять, зубочисткой в жопу дали. Это охрененная игра, последний монстр. Помню те года, когда еще Пикачу без микрофона стримил. И когда? Я помню, когда Пикачу на меня обиделся, блядь. А чё? Говорит, микрофон говно, сейчас вообще выключу. А, да блядь. Когда плохо слышно было. Я не знаю, блядь. Да вообще наагрились на Пикачу. У меня хорошо. Да нет, там дикое эхо просто было вообще, не знаю, такого никогда не было. Да блядь, на нас выйдет от микрофона. Я 15 каплей за него дал свои эми. Блядь, кто-то дает, блядь, косарь. Блядь, у них микрофон пищи. Вот это хуйня. Но я сомневаюсь, что мы Кренга-то уделаем с такими же днями. Надо пиздец очень аккуратно играть. А что, наш это возьмите кто-то майки и все. Микеланджело? Стоите чуть ниже. Но у меня одна жизнь. В Дестера нет жизни уже, у Вадика. А, сейчас это будет, а не Кренга. Ну это 6-й левел сейчас у нас. А, ну. На технодроме пока. Ёб твою мать, сейчас прыгать придется. Там сейчас блядь. Одни эти, блядь. Лазеры по низу будут, другие средние и поверху. И смотри внимательнее, как прыгать лучше. Это как на пистолет дали. EGR. Любит член. Хуй соси, тими-тими-тими-ми-ми. А шотган, хуй соси, 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 соси. Соси, сосисочку. Это так легко хеды давать, вообще пиздец. Бэт хеды? Бля, ау, какая хуета тактическая. Да, он тайными стреляет, да? Угу. Да. Чем хорош, там, если, по-моему, сразу три пули влетит, там, минус броня, походу, блядь. Ну, вроде да, блядь. Так, как бы, я завтра, знаю, чем я займусь, блядь, я мне смайлик для канала запилю. Да? Да, уже, да, по лобби, а там скоро, еще у меня смайл один откроется.
Вот. А чека, давай, блядь, что ли, да? Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Идем. Стоять. Ну дохуя людей тимит. Просто стой. Я вижу. Не прям на госпиталь падай, я упаду за гость. Иди сюда, урод. Тут самому надо, да, парашют открывать? Да, ну первый раз нет, типа, если ты до этого не попал, вот так вот. Тимит, ты еще в мяско упал, да? Я в шашлык. Ты где там? Я чуть-чуть дальше упал, вот там. Сука! Блять! Урод. Понял. Не бей его суперкой. У тебя и так хп нет. А вот тут, кстати, так же иди. Все. Фух. Ну главное, что на следующий левел пересли, там уже конты можно посливать, не страшно. Бляха. Реддер, да? Угу. Блять. Ладно. Так, если кулак классный, в чем мне жить? Я не релоуднулся. Понятно. Пока не бери жизнь. Кулак закончится, чтобы не знал, что делать. Блять. Найс, урод. Спидран, тут хуйня, блять. Манипи. Плохо. Жопа горит! Подушите мою жопу! Да, теперь на меня будет агриться. Да, он уже светится, пизда. Давай. Найс. Изи. Фух! Зизи. Как с бессмертным шредером? Не, не то. Надо было вам, блять, надо было вам, пацаны, убитый хак подсунуть, да? Ща, уползет нахуй отсюда. Убитый ром, где Шреддер не дохнет. Это над кем тогда? Над Тимейром прикольнулись, да? Наверное. Вы что-то про Тимейра рассказывали. Они тебя никто не ебет. На сходке что-то прикольнулись над Тимейром, говорят, гомол это, там на Т3 пока опим, блять. А, ты вышел, красавчик? Чуть-чуть, да. А чё ты одна? Один. Одна, блядь. А, тут снайпа есть. Нет, тундра есть. Да ебать. ХП отнимается, серьёзно? Да. Да суперка ты на фуде и пизда низ-низ, алё. А, точно. Блядь. Ебать, нихуя. Блядь, чё тут одни снайперки едут, пойму. Кто мы таймер включал, сколько у нас там время? 2-2-8. Может мы на ВР идем? Не, вряд ли. Кукушан нашел. Там ВР у Джека Про уже, наверное. Джек Про из Джек Про. Контур хватит. Нормально. А че, реально? Че, как у Микеланджело это выглядит? Он задними лапами отталкивается от пола и вверх летит. Пошло он нахуй. Среднее расстояние, в отличие от Рафа. Рафика пиздата. А, оптоп, можно сказать. Да уйди, блядь. Упал возле нас. На 70 упал на крышу возле. Ну я бачу Всемирный торговый центр отсюда. Пошел в том тени. Сука! Машина вон едет. Это лагает. Это не его тьмы. Кусачи твари. Лагает? Лагает. Блять, не потушит сегодня. О, ебать, у меня дым, кстати. Чё-то я не понял. Пиздец. Горишь, пердак горит. У меня чел кинул. Место лишь бы палка побольше. Я ему сбил хуйню тими. Видел его наверху? Я видел на карте. Боксы болят. Я понял. Ты весь наверху госпиталей. И хитбокс это более-менее. А, блядь, да? Я просто думал, что не конченые, они казались не конченые. Блин. Ты видел? Вижу в огне. Вот тебе стоит что-то мне. А, выбежал, тими. Так, тебе видно.
этот лип дергается, блядь, заебал он. Ты вообще не говори. А, все, конечное. На крышу сейчас залезем. Кавабанга! Странно, что Джек Про еще стрим по Кламака не посетил. Да ему не интересен. Быстро лишь бы палка побольше. Да, блять, у него большая палка. Нет, там кто-то по этим челикам хуя. Сверху над нами. Вот там. Сучка! Обоих выкинул. Блять, как на второй этаж делать? А тут... Так, надо быть, блять, поосторожнее. Хп нихуя нет, нахуй. Труба чист. Иначе потом я буду драться только одной суперкой вон ли, блять. Вижу, вижу, разъебали. На Б, на Б он. Понял. Бляха. Б. Ладно, понял. На Б именно. На Б. Ага. Сейчас стягиваемся, попомни. По нам кто-то еще вот слева. А чё, блядь, сказать, это мне? Сейчас, блядь. А, вижу, вижу, возле дерева. Дерево. Ай, блядь. Бля, ну какой. Сел. Там возле дерева, блядь. О, там видишь, да? Знать бы, какое дерево. А, он уже спустился, что ли? Хуй вот, надо мне чем поебашь. Гранатомет охуярит, блядь. Что он нахуй? Блядь, мне сейчас так заебашит. Ладно, я как-то выжил. По стене нет. Я ему броню выйду. Я тоже ему не спал. Я лучше отойду нахуй. У, бля. А где он? Видел? Был там. Он съебался. За суперку вообще по 200 дают очков. Я его видел, я же ему ебал. Да идти после поиска. Да, пошли поищем. Так, теперь ты в аналогичной ситуации, да? Да. Еще враги были, да? Нет! Только не зубочистки! Вот он. В этой игре может 100 гигабайт, блять, весить это. Сука! Жопа! Ах ты, сука, блять. Он по всей номере. Чё? А, лау. Давай. Суки. Да ёб твою мать, что за уёбок? Сейчас комплект выбрасывать он будет. У комплекта сидит. Я думал, он шведский хуйло, блядь. Шведская мудила, блядь. Бля. Где жалоба, бля? Где подать жалобу? А, на X или на H? Накрутка, блядь, на. Готов? Да, я всегда готов. А тут пластины можно покупать, кстати, я купил себе. Я знаю. Только они падают же вроде с комплектом или нет? Нет. А может и падают их? О, блядь. У меня Эйва по мне хуярит. Съебал. В госпитале. Как тебе? Да блин, ты чё их не перекидываешь? Блядь, ёб твою мать! Где он? Рядом с комплектом. Ёбаная мудила, блядь. Я его пизданул окончательно. Уйло, блядь, ебаный. Давайте скинем две пластины. Блядь. Еще один, блядь. Где он? Короче, я уползаю, ну. Рядом со мной. Блядь, я ему хаешку су... А, я думал, что-то не целился, блядь. Да, да, я, блядь, это... А ты сейчас гулаки? Да, а я тебе больше выстрелить не могу. Почему можешь?
А, да? Думаешь, могу? Можешь. Да чё, галагим сосу. Ёбаная помойка, блядь, кемперская, блядь, заебала нам. А где он сидел вообще? Да рядом, блядь, опять нам. За контейнер спрятался, блядь, чекушила ебать. Штаны, сука, протирают в воздухе, летают. Блядь. Всё, поменяем. Да, походу. Ну, лучше в углу его так не бить. Меня смешка убил, да? Да. Знаешь, лучше, чтобы у тебя за... расстояние было с запасом свалить. Чё, я же сделал супер удар! Ах ты, сучкин! Иди. Нахуй пошел. Джесси там наслаждается нашими страданиями с пивасиком. Кальмарами, да? Давай, вали отсюда. Шрудер. Ага. Шрёдер. Сейчас музыка будет классная. Это по один прием прохватится, но... Взъебнул, да, ебать, тупо по жопе надавал палкой, нахуй, блядь. Садомаза палка. Да ё-моё. Что-то у него, блядь, его саи, сука, короткие, блядь. Короче, саи как бы меньше урона, понимаешь? Поэтому я палку беру. Надо было с мечом это остаться. Палка, вообще яйца. Я как там говорил, дурачок. Заебал, блядь, или ко мне идешь, или не идешь, блядь. Либо не идешь, либо не идешь. Блядь, ору с того, как Тимми бомбит. Да ебаная ты обезьяна, блядь, я постоянно. Пизду, как, такое? Блядь, с кемперами и этими обоссанными, блядь, бороться, блядь. Кемпить их, блядь, за, в ответ, блядь. О, блядь. Ну да. Понедельник пофиг, приедет. Просто ебаная помойка, блядь. Понедельник пофиг, блядь, а я буду у шпака. Заебись. Вы чё, сука, ко мне букву Ш начали добавлять, а? Кто вы? Ты как GTA 5 тоже что? Ну, ебать, ты чё, две жизни заработал, что ли? Я понять не могу. Знаю, или каждый... А, каждый из нас заработал, понял. РТР я не играл. Так я заработал. Я так и я тоже, не одна была. Что-то думал, у тебя две было. Ты чё, бля? Бля, на музон тут пиздато, бля. Хоть и один и тот же трек, бля. И одна и та же карта, бля. Я в чем пиздатый лицо? Надеюсь, вот сейчас играть. EGR TV. Не, во второй части новостей тоже просто всего нравится. Типа вот. Нет, я про. Я про в игру, блядь, про Call of Duty. А, я Call of Duty. А это ты наверх? Который травой хуярит. Куда и правда? Ски ударил, блядь. Я думал, я нажал. Так, ладно, забираю его обратно. А вы куда летите? Ахуй, блядь. Ты не пытал туда лететь. Сараем, блядь, шарится. В сарае всегда говно лук. Ну, если механика помягче, но не реалистичнее, да? Мы чуть-чуть не дожили. Помягче, но не реалистичнее, да?
Я не понял, что ты хотел этим сказать. Ну типа это, блядь, в PUBG она немного реалистичная физика. Что там реалистично? Убей ты его суперкой и заберешь пиццу. Ну типа ты... Вообще нет. Там не учитывается скорость ветра, пиздец, реалистично, охуеть. Да как пёрни, блядь, что ли, уже не помню, правда, то ли выше. Нет, нихуя не сюда. ЧНБК? ЧНБК. Ой, блядь. Не, лучше не тратить. Это мини-босс, потому что. У меня ебаная зло. Как-то лучше запинать ногами, блин, побыстрее будет. Покажу, пока тянет. Можно нормальный пуш? Нет. Два топовика, блядь, дал, ну спасибо. Игора ответ. Нет. О. ЕМ был пап какой-то есть. Камшот. Все. Ответ камшот. Там просто сейчас крэнк будет, и потом сразу следом этот Шрёдер, блядь. Я просто взял его. Шрёдер? Я могу скинуть, нужен? Не-не, мне бадан есть и какая-то полоса. Это бадан залупа, блядь. А чё поделать? Чё дал и как взял так? Келлик у меня! Бегал рядом. Ещё один. Убил? Ебать, я сейчас высидел. Нормальная пуха, блядь. Поехали, сзади стреляют. Нет, вас ебут. А, блять, вы заебали каждый обниматься лезть. Не, конечно, ползаем. Блядь, ползаем, персонаж, это пиздец. Твари. Тем не менее, если что, за дом или полз. Бля. Да сука, опять! Пиздец, только поднял, блядь. Много их там? Не буду. Я увидел пацана, въебал, блядь. С пулемета, блядь. Он кто-то рядом, видишь, на карте? Не понял, откуда? Их, по-моему, даже с ноги можно убивать с одного удара. Да. У меня броня выбита. Я хуй съебу. Еще спина. Думаешь? Спина. Попробуй к нему, блядь, я сейчас тебе если ёбнуть, будет очень обидно. Блядь, где тут выход, нахуй? Блядь, ищи там в спине, ну это пиздец. Я бы Джесси Таш Рейдера на прогиб как кинул, блядь, и всё. Там нет таких. Вы ебаны, что он там. Я был лайк. Сдохни или умри, мне говорит. Да ебаный в рот. Бля, ты бы видел, как я. Я тоже в кулак отправил. Сдохни или умри. Одного кнопку ушей. Ты сдохнешь или умрешь? Чё, ему так ГУЛАГ нравится? Опасное место же. Бля, не вижу, где он сейчас лежит. Справа от тебя бегает. Да блин! Почему, блядь, жмешь прыжок, он, сука, не жмется? В этот момент конкретно, блядь. Он. Вон на! Куй! Заебись. Сам лег под эту хуйню. Эту тачкой. Удачная ли? Да, тоже живой. Падает МТГ. Блять, нажал нахуй, он пульт забыл. Чувак, там чувак с машины! Он за мной бежал. Он за мной бежал, я убегаю просто. Блять. Тоже сюда надо убегать. Да-да. У меня пистолет, блядь, ебаный. У меня тоже, блядь, я ж поэтому увидел, смотрю, тачка, блядь, будет текать. А он на тачке, да? Да, вот на это была.
грузовик, я думаю. Да, он не поддаст, что ли? Походу. Теперь, ну, я бегу быстро. Кружочки грибаны. Отлично. Я тут нету нихуя. Бля, это будет она, да, ну пиздец. Ты бы, бля, любое здесь ставили. Я возьму эти две. О! Походу тут будет пушка. Ну хоть что-то. Они держат или миллиметровый член. Нету, блин. Тут тоже будет она, да. Магаз здесь. Тварь. Толку с него немало. О, возьму. Ну, удачи нам, хули. Я вольту ебаш. Эйбис. Нахуй я тебя. Блять. Дальнобойник ТВ, как все. Тими. Так, шопим. Да, шопим, кстати, говно. Я знаю, я не играю. А мне нет. Ну, я одного кухал только для того, что ты не видел. Какая-то пуха есть. Да, пули еще нету. Ты кидаешь? Да. А как кидать? Нет, световую, ты ультой добивай, например, пока у тебя жизни есть. Она, у меня жизни нет, то я убегаю. Либо, а? На Q, либо на G. Либо на... Смотри, если слева, допустим, слава богу, то на Q. Там она типа рандом наберется, она иногда может быть и во втором слоте. Ну тут там может идти, пойдем. Я не могу ее взять. На Q? Сейчас соединиться. О, ебать, а мы можем два комплекта взять, либо один. Это ты вызвал или он сам просто упал? Он сам. Ну это прям кайф, тут просто надо. Всё, я вообще не могу больше. Если я сейчас умру нахуй, это будет с самого начала левел. Так что мне надо жить по максимуму, блять. Я пацанов нет. Сука, жизнь не дали. Есть? Всё плохо. А, да, меня возьмёшь. Да, хуйня. Под зелёный луч не попадайся, а то больно будет. Минус жизнь, нахуй, сразу. Я не могу добраться. Забраться? Не-а, не пускает. Ну, кто бы мог подумать, то, что я буду пизды получать-то. Есть М60, ебать. А я взял комплект, был. У меня на снайпу есть патроны хотя бы. О, кстати, это удобно, я снайпал. Сука, попал. Феллинг там. Феллинг? Да, да, феллинг. По... Стоп, по нахуя. Ты чё за звук, блин? По нам стреляли. Видел пули. Я видел, да. О, помощь в ликвидации, чё? Всё, меня убили. Я вижу. Это блять. Да, сука. Что это за инвалидная коляска нарисована? Да ты издеваешься. То бишь он ли ультой, что ли? Пиздец. Падла. Чё, весь левел заново? Да, весь левел заново будет. Бля. И крэнк будет, кстати, заново. Из-за этого и говорили, то, что майк его лучше долбить. Видишь, я на месте тупо стою, я ничего сделать не могу. Сейчас, подожди тогда минуту. Угу. Не, нет, стреляю. А, к нему еще двое челиков бегут. Вижу, да. Че, вы проебали, пацаны, что ли? Да. Серьезно? Последнему Шреддеру, да. Пиздец, блядь, вы чё, даже Джек Про это проходил?
Так ты понимаешь, я выбрал Леонардо. И я последний остался. Я на месте стою, я тупо пизды получаю от него. Я в него целился, блядь. Не до... Пули летят быстро, но все равно не успел. Не знаю, я попадал с эмки. Вот сейчас попадал. Веди канами код там или чё. Да не, мы сейчас дойдем до него уже другими персонажами, нормально будет. Там со снайпы кто-то хуярил. Бля, тут прикольно то, что... Да, ТГР-мотиватор, пиздец вообще. Супер-гипер-мега-мотиватор. Есть пули? Член. А ты ж пакл, маг. Пуль типа, блядь. Может, бокал найти и купить просто? Не ТГР, вся тигрила, блин. Чё ТГР? Не ТГС, не ТГР, вся говорит, тигрила. Есть? Кто ещё раз? Не ТГР, вся тигрила. А, тигрила, блин? Да. Ты че орут, блядь, нихуя не понимаю, что ты сказал, на П или на Р? Тигрила. Ты пал, слышь, пей? Пей? У меня да, потому что я с комплекта. О, вот такой возьму. А шо? Там 9 этих, блядь. Ушот, комшот, ушот, комшот. 9 пуль всего. 9 пуль тебе в жопу. Ты все, вернулся? Да. Ну, поехали. А, чувак, кемпит у нас. А, стоп, нет, это не чувак, сейчас кемпит. Куда? Да там далеко на 290. Да, вижу, вижу, на ТЗ, вот, да, бегает. За фуэй. Так, стоим, стоим и нам кемпит. Я не стою на месте, где ебал. Тут стоять на месте нельзя вообще. Да хуёво, что это дна там М4-1 без этого, без прицела. Да сука! Забей хультой нахуй. У меня этот, блядь. Как его? Был этот, точка красная его. Она с 8 уровня. Или с 7. Так, я смотрю, я там какие-то. Сундук. Тяжелый H4 пулемет. Кого? Где? А. Ты место поставил, да? Ну, если б не вот эти голубые, блин. Он один был? Да. Ладно, давай идем стягиваемся. Не могу. Ага, он... Ух, ёб твою мать! Ебать, беги! А шо так он шотнет нахуй? А это чё? А, это эти, бля, истреки. Сука, опять они. Нахуй. Тут сверху бегать. Да, блядь. Вот X-Ray, мне кажется, такую хуйню бы поиграл с удовольствием. И ебал бы всех. Вон он, вон он. Что? А, ну я... Еще один за ним идет. Уйди нахуй! Бля, меня подстрелили нахуй. Херушки. Там двое. А мне вернулся. Чё-то мне не нравится, это снайпа. Не тоже. Одна минутка мне один. А, это ты, блядь. Я думал, блядь, что это за лоб. Почти нет у тебя. А, это ты, блядь. Я хочу, блядь. Что-то за лоб. Ой, пустина, блядь. Яшка. Блять, я не вовремя. Бля, ну я вообще какой-то. Год доиграть, точно Вадик. А чё, ты думаешь, я тебя обманул, подключил другого человека? Нас же уже убивали. X-Ray. Ага, X-Ray играет. Пикачу играет. Ну, я не умею слушать. Блять, я только
Я только начал пластину вставлять, нахуй, выбежал хуйло навстречу. Тактики, Иван. Блин, не, это же активно, куда не пойдешь, там вечно надо, бля, либо прятаться, либо меситься, бля, что-то делать надо. Не, блядь, как парк, сиди в пути, да, бля. МТГР аппетит. Понял. Да, ТГР хоть что-то сака кидать. Короче, я предлагаю вот Ашот, Камшот, знаешь, что как делать, как поступить с тобой? Да что с тобой? Берем, как, берем водку нахуй, ты водку, я водку, блядь. Запускаем World of Tanks нахуй, ебать, что, блядь, пиздец. Блядь, тут еще и World of Tanks скачивать. Блядь, я же жал! Будешь его качать, да? Нахуй нужен, блядь. Игра, потому что, да. О, вы код все-таки вели, да? Нет. Че это? Ты тоже повесил? А как вы продолжили? Как с самого начала уровня у нас конты? Это долгая загрузка? Это нормально. Три штуки контов. Еще один остался в запасе у нас. Новую игру сразу найдем. А ты за новой пошел искать, мы тут взяли. Походу да, бля. То бишь, хорошо, если мы на кранге сейчас с тобой вообще жизни не всахатим. Чтоб на шредере все осталось. Ебать в копе лакать. Ну увы, это нереально. Мы с тобой в любом случае всахатим. ТГР Шредер, блин. Сука. По-моему, вторая часть не лагает. А сейчас не лагает. А вот просто. Не лагало. Пока. Вот. Пока походу за мной гонится, что ли? Не, парашют не раскрылся, блядь. Я въебался в воду эту, блядь. Что за... Блядь, чётко под молот. Вадя, не без прицела, кстати, хуя, что я заметил. Что, нацелились, блядь? Там ебать, там бросает прицел, ебать его как бросает со стороны в сторону. Да, бьёшь просто пушку с лазерным прицелом. Даже не красный, вот это плохо! СПБ, блядь. Ебать. СПБ, нахуй. Блять, это очень плохо. Бать, сколько бомжей не летает. Убил. Тут 150 человек, кстати, ТГР. 100? 150. Нормально. Вон три бомжа для. У меня летят люди, Тими. Так, а есть выпал? Две жизни, чтобы да, убить Шрёдера, блять. Да, меня челик пытается стрелять, прикинь. Я знаю. Там когда... А чё, так можно кого-то убить, да? А тебе чё, парашют без коней? Убить вряд ли. Да, да. Да. А блядь, ебашит, больно. Я выебал пацана. Выебал, бачка. Бачку эту в ТГР ебал, блядь. Блядь. Тату не знаю, как тебя сейчас спуститься, хуй его знает. Ты где-то внизу, что? Я просто ищу эти, блядь, пластины. О, здесь калаш есть. Типа. Ну все, я надо мажется просто. Что, ты не знаешь, как спуститься? Здесь есть еще ШВ, штурмовая винтовка для дальней дистанции. Я чувак, Кенка. Ты чувак? Да, Кенка. Ну, давай, давай. Бля, тут Настя пушки, кстати. Да блядь, чё за хуйня? Я ж... Это что за хуйня? Мне прицел сам охуется, как падает, блядь. Я не понял просто. Это надо щупать, чтобы понять, блядь. Так у меня прицел сам по себе начал делать. Может у тебя муха, ой, муха, волос, блядь, в мышке.
Или ты играй, бан. На выходе, да, Тим? Да и хуй с тобой. Apple case? Да, да, Wi-Fi и color. На себе нормально. А, челик сзади, блядь, на челик сзади, блядь. Найс, нахуй. Ползи сюда. А, он наверху, блядь. Жизнь. Да это неудобно. Фу, блядь. А, он меня добил, да? Да. Так это я добивал. А, точно. Надо же было тебе нажать, Вадик. А, да, по. Кого нажать? Чтоб жизнь забрал. Папки есть, если чем мне поднять, я сейчас попробую, конечно, кстати. Что там по таймеру, со сколько прошли? Я не знаю, эй, в конце, бля, покажет, не покажет. Ну, час с хуем.